Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в игру Hustle Castle. Ну что же, я смотрю, у моих бойцов совсем понурый вид. Как вы видите, у главного персонажа совсем все плохо. Он опечален, поэтому надо как-то ему приподнять настрой. Но начнем мы, пожалуй, наверное, с подарков. Я заберу, ребята, отправлю чуть-чуть попозже. Так что никого не забуду, все будет на мази. И у нас с вами с яблоками все очень даже хорошо. Ну где настроение-то? Где улыбочки? Я не могу понять, а? И повара у меня совсем понурые стали. Что-то как-то не то, ребят. Да, кстати, я за это время успел накопить джинджат и построил себе на улучшение броню, где мы делаем с вами костюмчики. Так что скоро у меня, помимо того, что тренировочная бойцов закончится, будет еще и броня улучшенная. Так, давайте мы сейчас попробуем здесь нашпинговать. Какого хрена у меня здесь делает алхимик, а? Блин, видимо, совсем нечаянно я поставил его к себе. Сейчас мы это дело исправим. Нафиг он мне здесь нужен? Ну, действительно, полы он тут мне подметает. Так, а наверное... Ну, конечно же, Амак, наоборот, убежал в алхимку. Давай, возвращайся, Ханурик. Давай-ка вот так сделаем, а то я знаю, сейчас кто-нибудь другой побежит вместо тебя. Даже нет настроения у него идти. Идет еле-еле, как будто навалил в штаны. Так, ну что, с деньгами у нас пока тоже хорошо. И, ребята, будем мы с вами копить очередную сумму денег и ресурсов на следующий апгрейд постройки. Я думаю, что это, наверное, будет... Скорее всего, со жрелками связано. Так, что нам здесь достанется? Костюмчик мы этот бахаем. Ну, а это мы пока оставим. Мало ли кому-нибудь да пригодится. Ну что ж, давайте еще, наверное, посмотрим с вами, кого мы можем накумарить. 46 тысяч стали, это мало для нас. Здесь сколько? Ой, что-то вообще как-то не такое дело не пойдет. И у нас прогулка во тьме. Смотрите, 460 тысяч. Что это у меня 383 тысячи? Это с какого-то перепуга-то, ребята? Да какого лешего тут алхимик опять делает? Иди отсюда. Достал, на самом деле, я думаю, уж нифига. Идет? Да, вроде уходит. Думаю, нифига у меня мощей-то убавилось. Так, сейчас все у меня тут укомплектуется. И давайте еще разочек глянем. Прогулка во тьме. Ну, 457 тысяч. Я практически как и он. Ну, я думаю, что можно, в принципе, на него напасть, но для начала нам нужно забрать магию. У нас магии с вами нету, сейчас мы ее быренько заберем и пойдем попробуем накостылять вражинам, чтобы как можно ближе нам еще стать к боссу главному. Вот так вот. Так, заготовочки, конечно же, делаем. Так, броник мне не нужен, давайте вот так вот сделаем. А, еще одну. Все. Ну и смело отправляемся уже... Во тьму или во мглу. Куда там? Сейчас увидим. Во мглу, короче. Будем прогулку во мгле делать. 45 тысяч яблок забирает. Ну, в принципе, не жалко. У нас их 600. Так, понеслась. Ё-моё, вы посмотрите, какой тугой. Опять что-то не получится пройти. Нет, вроде бы удалось у меня все. Да, ребята, пробили. Отличненько. Ну что же, еще на один шажок мы приближаемся к главному боссу. Так, ну-ка, что нам здесь достанется? Ну, хламина, давай разбирать. Все, отлично, у меня уже 145 белых кристаллов. Это на 14 зеленых шмоток. И это я не считаю, сколько у меня лежит хлама, который можно разобрать. Там вообще, наверное, за 200 кристаллов получится. Так, ну что, бухарики мои, давай-ка посмотрим. Это у нас шахтеры. Для шахтеров что-нибудь у нас найдется? Нет? Абсолютно ничего нету. Видимо, я все уже для них разбил. Так, повара. Ну, давайте посмотрим, что у нас на поваров есть. Они у меня 40 уровня. Так, где тут у нас? Слабовато. Тоже не пойдет. Нет, не то. Да ладно, что, ничего хорошего нету? Печалька тогда будет, ребята. Это подойдет на 32 уровень. Можно разбирать смело, потому что она
требует высокий уровень, а статы такие, как у меня сейчас. Поэтому невыгодно держать. Тоже ерунда, на 30 уровень. Разбираем. 1146 на 32. Да, бахаем, ребята, потому что это невыгодно держать в нашем инвентаре. Тоже разбиваем. Да, это тоже. Нам нужно от 1163 плясать. Пока мы не найдем это, мы все будем разбивать с вами. Тоже на помойку. 1163. Так, а у этого... Ага, 1096, блин. Бахаем. Так, это тоже разбиваем. Да, я думаю, тоже стоит разбить, потому что он на 33 уровень и довольно-таки слабый для своего левела. Так, тут на 31, тоже на 31 и на 32. А это у нас... это вообще надо давным-давно уже было разбить. Что на мне тут лежит? Так, кто там на меня напал? Опять крысы и опять на столовку. Что-то повадилась она в последнее время. Так, ну что, бойцы у меня отхилились. Рестилище темных сил. 470, ребята, тысяч у врага. Самые дальние бойцы, ну понятно. Их здесь три голема, это три лучника. Ну, я не знаю, сможем ли мы с ними справиться. Давайте добавим магии. Две ледянки, наверное, и одну ускорилку. Вот так вот. Заготовки, как обычно, делаем. Ну и пытаемся, смотрим. Ускоряться, ребят, не будем, будем на медленном проходить. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Хотя мы этого голема... Ну давайте резать, ё-моё. Так, одного голема мы забомбили. Все, остались огненные големы и мой лучник. Нет, мой лучник здесь не выживет, ребят, они его все забомбили. Печалька, совсем печалька. Да потому что этот резальщик тупанул. Сэр, ну понятно, что враг сильнее нас. Что-то у меня такое впечатление складывается, что что-то мы не надели или не додели. Так, давайте-ка посмотрим. Восстанавливает союзнику, понятно, это у нас хиллер. Лучник все на месте, это тоже хорошо. А этот у нас воскрешает, но почему-то я не видел, чтобы он рисанул, а? Мой боец валялся, а ему пофиг, блин. Вот если бы он рисанул, поверьте мне, победа была бы за нами. А так, продинамили. Ладно, давайте заберем, что здесь накопилось у нас. Ну, отхиливайтесь, давайте быстрее. И я думаю, что можно немножко, наверное, ребят, с вами пофармить капельку совсем. Теги. 58 тысяч стали. Я буду охотиться сейчас в данный момент, у кого стали много. Во, вот это хорошо. Почти 100 тысяч стали. Она мне нужна. Потому что по всем ресурсам мы практически догнали нужное нам количество, а вот сталь еще отстает. Нужно 2 миллиона. Это довольно немало, поверьте мне. Поэтому будем за каждую 100 тысяч бороться, блин. Поехали. Так, ну что у нас тут получится? Оу-оу-оу-оу, как быстро? Я что-то не понял. Как вы так быстро завалили мне моего бойца? Ну, за это они и поплатились. Что-то как-то рьяно начали, да? Но плохо закончили. Да, 100 тысяч мы получаем стали. Очень хорошо. Теперь нам что осталось? Осталось еще ровно 2 лямзика. Ну, там не 2 ляма, там где-то 1 800 000. Но, поверьте, мне от этого почему-то не легче. Так, что за кайтер? 47 тысяч у него стали. Здесь 15, здесь 58. Угу. Ну, давайте за 58 попробуем наказать его. Конечно, это ничтожно мало, но тем не менее. Я тем самым, нападая вот на таких слабых игроков, только лишний рейд себе набиваю. Он мне тоже не нужен. Поэтому мы обычно его всегда скидываем потом. Где-то до предела 2000, 1980, ну, вот в пределах таких. Чтобы как-то себя более-менее еще чувствовать, там, среди этих хайф не появляться. Так, 1 629 000. Так, алкомастер 55 тысяч стали имеет. Не знаю, стоит, не стоит. По-моему, мы уже всех облазили. Да, я думаю, стоит, тем более клан называется хейтеры. Поехали на них, короче. 316 тысяч мощей. Разбираем, я больше чем уверен. Никаких тут компромиссов быть не может у нас. Давай, 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 падай. Отлично.
Да, рейсерчики есть, но они уже померли все. И мы с вами получаем 60 тысяч стали. Очень хорошо. Как говорится, медленно, но уверенно продвигаемся к своей заветной цели. Так, надо еще ребят победить, чтобы нам получить 2 синих сундука. А пока посмотрим, что у нас выпадет здесь. Колечко на казначея и это сразу бахаем. Нам уворот не нужен, тем более на 82 уровень белое кольцо. От него абсолютно никакого толка нету. Ну что у нас, кто еще тут есть? Обалдеть, о, это неплохо. Вот обалдеть, надо проверить. 306 тысяч мощей, да? Как раз для нас подходящая цель. Смотрите-ка, у него даже кракен раскачанный. Это хорошо. Но он, по ходу дела, у него развивается, потому что он не атаковал нас. Нам только это в плюс. Ну что же, еще получили с вами 86 тысяч стали. А вот и сундучки синие. Естественно, мы все это сейчас посмотрим. Давайте начнем с обычных. Так, этот костюмчик мы бахаем. Вы прекрасно это знаете. Это мы оставим, наверное, да? 544. Лук. Естественно, разбиваем. И что нам с этого достается? 357. Это для столяров, для дровосеков. Пускай пока лежит. Хотя копить их тоже смысла нету, если честно. Сколько нужно кристаллов, чтобы закончить? 664. Блин, это дофига. У меня всего 210. Да и фиг с ним, подождем, успеем. Нам, как говорится, спешить пока некуда. Работяги у нас все при делах, а мы пока с вами будем спокойненько копить ресурсы. Давайте-ка вот сюда глянем. Мэй. Мало, мало у тебя, Мэй. Стали. 38 тысяч, тоже маловато. Вот, 60. Так, ну что ж, давайте мы с вами добавим последнюю нашу магию. Делаем пробники. Так, все. Ну и атакуем. 211 тысяч дерева у нее еще при этом. Это хорошо. Как раз до 5 лямов мы себе догоним сейчас. Ну что, вояка упал. Остались только маги и лучники. Кстати, я вот думаю, может быть, действительно, ребята, себе сделать еще одного лукаря с фиолом. Для дамага лишнего. Хотя лишний дамаг никогда не бывает. Ну что нам тут? Смотрите, ребята, нужно 350 стали. 79100. Это максималка у нас будет, да? 5 уровня. Забираем награду. Блин, тут 7 часов 21 минута еще будет делаться оружие у меня. Так, хорошо. И костюмчик. Ладно, пускай тоже все это пока лежит. Рано или поздно я доберусь до глобальной зачистки и все зачищу. 38 тысяч, блин, ну неохота просто себе лишний рейд набивать ради вот такой вот мелочи. Кейтер, 47 тысяч, а тут у нас 93. Ну-ка, дайте-ка посмотреть на него. 335 тысяч мощей. Да, это вполне наш игрок, как раз нам подходит. Ну и тем более у него прилично стали. Так, так что, Лимончик, ты уж не обижайся, но все равно спасибо тебе за сталь. Еще лишь соточку мы получили. Ну что, до 2 лямов. Че? Уникальное предложение. Рабочих мало не бывает. Дополнительные рабочие ускорят развитие. Да мне пока, если честно говоря, это и не нужно. 790 рублей, ребята, будет это все дело стоить. У меня и своих пока хватает. Правда, их всего двое, но как-то справляются. Я не успеваю накопить ресурсов, чтобы делать себе сразу одновременно 3 постройки. Так, 47 тысяч. Стоит, не стоит, ребята. Хрен с ним, давайте. В бой, наверное, сразу же накумарим его. 296 тысяч. Довольно легкий должен быть противник. Ну что, вояка упал. Дальше добираемся до магов. И лучник тоже упал. Отлично. 50 тысяч стали. Все, немножечко они у меня покоцаны. Пускай пока отдохнут. Больше ничего здесь нету. Настроение у всех ребят опять на высоте. Все работают в полную силу. Так, вот здесь 38 тысяч. Это не то.
Ага, ген, 28, блин, ну что ж такое-то? Нет, нет, ребята, больше у нас таких хороших игроков, которых можно было бы пофармить. Да. Здесь вот последнее. Оу, давайте-ка посмотрим. Ну, я чувствую, при таких-то уровнях у него там, наверное, все очень круто. Разведочка. Да ладно, 354 тысячи мощей. 354 тысячи мощей на 45 уровне. Да ну, это не может быть такого. Как ты вообще развился до такого? Но все равно спасибо тебе большое, огромное даже. Я бы сказал, нифига себе, почти 250 тысяч стали я с него срубил. Ух, нам осталось ровно практически лимон заработать железо. И все, и будем делать постройку. Но опять же, работяги-то еще заняты, поэтому придется нам с вами подождать, наверное, это дело. Так, кольцо на кулинара, 31 уровень, блин, я не знаю. С каждым разом выпадают только колечки, амулетики и шмотки. Шмотки причем не на боевиков, а именно на обслуживающий персонал. На кулинаров, блин, на алхимиков, короче, на всю эту шалупень, блин. Так, ну что, все вроде бы пока, да, ребят? Давайте, наверное, с вами попробуем одну заходочку сделать на ристалище темных сил. Победим, так хорошо, не победим. Будем в следующей серии побеждать. Блин, у меня... А, нет, магия у меня есть. Ладно, я думаю, что этого пока хватит. Но, как говорится, была не была. Ускоряться не будем, будем на первой скорости, ребята. Даже не на полторашке. Главное пробить вот этого голема нам. Потому что он просто нас задерживает. Он подойти к тем охламонам. Ну резайте вы быстрее. Ты посмотри, а? Они вот будут пулять, блин, но резать не будут, блин, моего этого бойца. Черт подери, ну последний голем, ну запинайте вы, вре. Есть, есть. Ух, ристалище темных сил пройдено, ребята, пройдено. И это говорит нам о том, что осталось совсем чуть-чуть. Я собрал под своими знаменами самую сильную из когда-либо существо ваших армий. Идя на битву со мной, вы обрекаете себя на гибель, глупцы. Угу, это нам повелитель трещит. Как я посмотрю, этот браток слишком самоуверен в себе. Ну, боюсь, это ему скоро аукнется и воздастся. Ну что же, как бы, в принципе, наверное, можно эту серию завершать. Надо же, зеленый посох выпал, но на боевика, на боевого мага, а нам это не нужно. Я, наоборот, хочу как бы потихоньку от них избавляться и делать больше ресличков и хиллеров. О, ребята, три уровня нам осталось пройти. 480 тысяч, это следующий у нас враг. Но это мы уже, наверное, будем с вами делать в следующей серии. Перед уходом надо еще разочек посмотреть свои владения. Так, роковой рубеж это у нас будет. 480 тысяч. Да я, в принципе, думаю, что должны мы его запинать. Просто сейчас я не хочу. Надо немножечко, ребятушки, отдохнуть. Ну что же, увидимся немножечко попозже. Не уходите. Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем снова играть в игру Hustle Castle. Так, сегодня у нас, по идее, должен быть день фарма, потому что, как вы видите, сумма у меня уже приличная накопилась по стали, но нужно ее добить, поэтому, наверное, мы этим сегодня и займемся. Ну, а для начала, естественно, будем смотреть. Ух ты, как хорошо-то. И тут чудесно, но тут 44 уровень. Давайте забираем магию. Блин, почему-то у меня ее мало. Видимо, я забыл поставить на постройку. Или слишком долго она у нас делается. Давайте делать пробники. И будем уже делать разведочку. И набивать, в конце концов, недостающиеся нам ресурсы. А нужно нам 3 миллиона 150 тысяч, чтобы сделать следующий апгрейд. 465 тысяч. Нет, ребята, пока не буду на него нападать. Хотя разница невелика. В 10 тысяч всего. Хорошо, тут у нас кто есть еще? Так, фриз файтер, ну-ка. Во, файтер, смотрите, 182 тысячи стали у него. Угу. Давайте-ка посмотрим. Ну что, в основном зелень и синька. Я не знаю, как он таким макаром заимел столько мощей. Практически как я, но у меня, извините меня, фиол и синька. А у него синька и зелень. В общем, давайте смотреть, что у нас тут получится. Ускоряться мы не будем, будем вот так вот на медленном огне, как говорится, играть. О, ребятушки, вот вам и зеленка, вот вам и синька.
Сдулся он и практически моментально. Все, спасибо тебе большое за 200 тысяч стали, они мне очень пригодятся. Ну, а мы с вами продолжаем дальше. Ну, сколько? 3 ляма уже. Ух, вот это хорошо. Это просто чудесно. Осталось-то всего ничего. Так, это мы пока оставим, трогать не будем. А вот это мы бахнем, оно нам нафиг не нужно. Все, шикарно. Ух, денег у меня 10 лямов. Ну что, ребятушки, пробежимся по подарочкам. Слушайте, нет, давайте мы, наверное, немножечко попозже это сделаем. У меня недостаточно места. То есть я получу ресурсы в убыток себе. А я хотел бы, чтобы они шли ко мне в прибыль. Ладно, сделаем это маленько попозже. Нам осталось набить 150 тысяч. Это буквально один бой хороший или два маленьких. Вот, смотрите, 223 тысячи стали. Последнюю магию забираю, делаю пробник и делаем, конечно же, разведку. 409 тысяч, я думаю, что стоит проверить себя на прочность. Ну и заодно его. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, бомби, молодец. Черт подери. Так, ага, все, мы пробили, ребята. Когда мы подобрались к магам, это уже все, это уже победа. Потому что уже никто не отхилит, никто не рисанет, и никто ему вообще не поможет. Вот и все, нужная сумма нам не набрана. Наконец-то, ё-моё. Ну что же, давайте определяться, что мы будем с вами улучшать. Ага, а у нас ничего не получится, у нас нет работяг. Да ёлки-палки, сколько тут нужно? 540. Слушайте, это очень много. Придется мне обращаться к кошельку, ребята. Но это только ради вас. Ну что ж, давайте теперь быстренько ускоримся, завершим построечку. Ну, вау, мы еще и 43 уровень получили. Поздравляю нас всех. Так, и будем заказывать с вами, да-да-да, мастерскую оружия. Подожди, мне нужно, да, вот так вот. 7 дней будет она клепаться. Ну, сейчас мы еще сюда поставим народ. Поэтому сократится у нас время. Где-то до дней 5 должна, по идее. Кого взять-то, елки-палки? Все заняты какими-то делами, а? Ты посмотри. Ладно, пока мы забросим бойцов своих тренироваться. Так, девочка, по-моему, ты, да, 79 уровень у тебя атаки. Так что давай иди-ка сюда, дальше продолжай тренироваться. До 85-го, а точнее уже до 100-го уровня. Ну что, теперь можно, ребята, забрать и подарочки. Отлично, все, очень замечательно. Теперь, как говорится, они мне пошли в плюс. Ух, и нам нужно опять же копить деньги и ресурсы на следующий ап. Без него нам никуда. Так, 30 уровень алхимии у этой лады. Так, это Арнольд. Ну, они все, в принципе, могут сгодиться. Они у меня стоят на магии. Магия нам сейчас нужна? Нужна. Ну и постройка нам тоже нужна. Так что, наверное, мы сейчас с вами сделаем по-хитрому маленько. Для начала посмотрим, что у нас тут за персонажики. Так, алхимик один есть. Ну, давайте вот эту алхимку сюда забросим. Плюс 212. Вот это хорошо, да? 2 дня 15 часов у нас тут остается. Так, здесь у нас что за ребята стоят? Ну, не алхимики, не шиша. Вообще ничтожество, грубо говоря. Да, алхимию нужно качать, развивать. Так, 85 уровень, 85, 82. Так, вот этого 80 уровня с 4 звездами надо будет как-то менять, ребята. Нам нужен 5-звездочный боец. И желательно, чем раньше мы его поставим на тренировку, тем лучше. Так. Ну, Марат, в принципе, неплох. А этот у нас... Ну, тоже хорошо. Ладно, пускай вот этот вот бродяга у меня тренируется. Погоди, ты куда побежал? Эй, родная, останься здесь. Мне надо куда-то ее приспособить. Нет, сюда я, наверное, не буду. Куда же тебя воткнуть-то? Давай пока здесь постоишь. Так, опять тут огненный голем буянит. Ладно, сейчас мы его по-быренькому затушим. Ну что же, получается, у меня сейчас в данный момент тренируются 2 бойца. Один 79 уровня, другой еще новичок. Но это дело времени.
Здесь у нас один день 10 часов. Будет готовиться ожерелье. Колечко там, точнее, фиолетовое стоит. Тут 2 дня 15 часов. Все они не прекратятся своим уникальным, блин, предложением. Кстати, эта девушка у меня беременная. Она не сможет, ребята, воевать. Да. Пока она не родит ребенка. То есть это, ребята, у нас получается, что мы должны будем от кого-то избавиться, чтобы она смогла родить. Потом посмотреть, сколько звезд у ребенка будет, ну точнее уже у взрослого человека. И только потом делать выводы, оставлять или нет. Ай, да. В общем, нам нужно будет найти слабое звено. Но я прекрасно знаю, что где-то среди вот этих всех ребят есть трехзвездочный персонаж. Уж поверьте мне, это точно. Только я не помню, где именно. Да и на самом деле 4 звезды это тоже уже не котируется. Нужно, чтобы все были 5-звездочные. Ждан. Так, Ждан. Давай-ка, наверное. О, нет, пускай дотренируется, наверное. Не будем мы его сейчас трогать. Я-то думал, что он сейчас побежит туда радостно, но нифига. Тут 30 минут будет делаться магия. 128 у меня кристаллов. Так, это что у меня? Первого уровня бойца. Угу. Они, короче, все здесь пока салаги. И практически все 4 звезды имеют. Это хреново, очень хреново. Ну, как говорится, на вспомогательную они сгодятся. Но не более того. Так, погоди, погоди, погоди. Мне надо, чтобы лысый ушел. Да елки ты палки. Лысый, ты, наверное, иди вот сюда пока. Я для чего это делаю? Потому что у лысого очень мало накопленного опыта боевого. А у той девчули все-таки уже опыт есть. Так, по-моему, не ту взял, да? Давай, дуй сюда. Так, теперь нам нужно эту перекинуть. Скорее всего, мы перекинем ее сейчас наверх. Вот сюда. Отлично, 272 алхимии. Ну, как-то вот так вот я хотел. Подожди, какое? Этот у нас пойдет обучаться алхимии. Вот так вот. Ну, вроде бы как все распределил я. Сейчас у меня будут качаться 2 бойца. Этих мы потом заменим. А вот этого 80 уровня надо будет избавляться. Он дальше, ребят, прокачиваться не будет. Это его и предел. А нам нужны, чтобы бойцы были 100 уровня. Вот тогда у нас дело пойдет. Я надеюсь, что к следующему обновлению у меня хотя бы 90 уровни уже будут. Так, здесь у нас 79. Все замечательно. Ей осталось совсем чуть-чуть. Так, теперь давайте глянем персонажей, сколько у нас звезд. Ну, этого понятно, мы скоро заменим. У всех остальных 5 звезд. Отлично. Здесь у нас, блин, только одна 5-звездочная. Хреново, вот что я скажу. Здесь только один 4-звездочный. Ну что же, это в принципе хорошо, ребят. Здесь 4 звезды. Блин, а где же у меня персонаж с 3 звездами-то? Вот загвоздка-то. Неужели в кули... Вот он, ребята. Наконец-то я его вывел на чистую воду. Это у нас Павлуша, который дальше 40 уровня просто не сможет подняться. Вот его мы с вами и будем в скором времени бахать. Ну, а сейчас я надеюсь избавиться от лишнего хлама, который у меня есть. Так, давайте снимаем. И отправляем его куда? Ну, конечно же, на прогулку. Во владение. Иди, гуляй, Павлушенька. Так, а нашим поварам мы будем сейчас смотреть, какие у нас здесь есть новенькие поварешки, черпачки и так далее. Ну-ка, смотрите-ка, уже нашел, причем с лету. А здесь даже лучше. Так, это, по-моему, то же самое. А что-нибудь покруче мы сможем с вами найти? Блин, не тот сделал. Давай обратно. О, вот это даже еще лучше. 1146. Надо будет запомнить эту цифру. Так, дальше уже пошли на казначея. Так, это мы разбираем. Теперь давайте смотреть по костюмам. Не годится. Тоже не то. Оу, вот это хорошо.
Так, это не то. Опять же не то все. Так, погоди-ка. 1121. 1104. Ай, не подходит, не подходит по уровню. Так, ну я понимаю, ничего лучшего у нас тут. А, не, вот. 1154 одеваем. Ух ты, а тут 1163. Так. По-моему, мы нашли наш предел. Это 1163. Так, давайте теперь кольца, амулеты глянем. Ну, давай, 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 еще. Так, вот, начнем отсюда. Так, уровень у нас 32-й. Одеваем, ребята. Тут уже 33-й идет. Ух, а это еще лучше даже. Так, это послабее будет. Ну, по ходу дела, 1163, опять же, у нас получается предел. Так, ну и что же у нас по амулетам? Давайте глянем. Так, у этого 1013. Вот, уже нашли. Вот это еще лучше. Хлама, говорю, очень много накопилось. В принципе, можно было его давным-давно уже носить. Одеваем, конечно же. Вот, но все как-то руки не доходили до этого дела. Получается, все. С амулетами мы тоже с вами разобрались. И это хорошо. Давай, иди туда. Ну-ка, кто у нас тут? Родился ребеночек. Девочка. Теперь только остается ждать, когда она подрастет, и посмотреть, сколько будет звезд. Ну, я надеюсь, что не 3 и не 2. 4, 5 это самое хорошее. Ну, 5 это вообще идеально. Ну и в завершение этого ролика мы, наверное, с вами поставим все-таки людишек в оружейку. Пускай они развивают. У нас 7 дней 11 часов. Сейчас мы посмотрим, насколько скоротать сможем. Да, я думаю, с магией можно их отсюда спокойно убирать. Так, тоже давай переходи. Так, дуй. И последнего кидаем. Артемку. Ну что же, 5 дней 11 часов. Практически на сутки мы скоротили. И на дорожку, наверное, мы с вами сделаем одну ПВПшечку, да? Так, давайте кому-нибудь найдем. Ну, что ж, была, как говорится, не была. 342 тысячи мощей. Пробуем его разбирать. Понеслась. Ага, упал один. Упал второй. Третий раз упал. Четвертый раз. Да ладно тебе, да сколько можно-то, эй! Черт подери, да посмотри, что... Офигеть, он их хилит одного за другим. По-моему, я тут сдулся, ребята. Вот тебе и 342 тысячи мощей. Охереть, вот это нежданчик для меня. Да, малорик выкрутился. У него там одни, походу, были ресальщики. За счет этого он меня и выиграл. Ну, а на этом я буду завершать свое видео. Всем спасибо за просмотр. Увидимся с вами в следующей серии. Так что, всем пока.